Крупнейшие петербургские перевозчики продолжают подготовку к переходу на новую модель транспортного обслуживания. О том, что транспортный холдинг «Питеравто» и производитель автобусов «Волговаз» заранее готовились к контракту на поставку автобусов, было известно еще в мае. В сообществе «Волжский автобус номер один в России» были опубликованы фотографии нового лазерного автобуса на сжиженном природном газе. С учетом прямой связи между производителем и перевозчиком, нетрудно догадаться, что завод начал готовиться к поставке заранее. 11 июня между автотранспортное предприятие и государственная транспортная лизинговая компания заключен лизинговый договор на приобретение 400 автобусов модели «Волгобас 5270G2». Автобусы будут покрашены в лазурный цвет. Новые автобусы будут работать на жиженном природном газе, что неудивительно, ведь такое требование будет предъявлено к большей части маршрутов в лотах на новую маршрутную сеть. Согласно техническому заданию, заправляемый объем баллона от криогенного топливного бака должен составить 335 литров. Учитывая наличие салонного кондиционера и городской режим работы, автобус может на одном полном баке проехать около 650 км. Это значит, что такая машина сможет проработать на линии по строенному наряду с раннего утра до поздней ночи. Общая вместимость автобуса составляет 109 человек, при этом самих сидящих мест лишь 26, из которых 4 с подлокотниками. Отдельным отметим и то, что данная техника дружелюбна для незрячих людей. Кнопки вызова водителя будут сделаны с применением шрифта в Брайле.